26 июля 1945 года крейсер «Индианаполис» доставил на американскую базу на острове Тиньян атомную бомбу «Малыш». 28 июля начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Основной целью американской ядерной бомбардировки была Хиросима. Запасными — города Кокура и Нагасаки. 6 августа. Б-29, находясь на высоте свыше 9 километров, произвел сброс атомной бомбы на центр города. Взрыватель был установлен на высоту 600 метров над поверхностью. Взрыв, эквивалентом от 13 до 18 тысяч тонн тротила, произошел через 45 секунд после сброса. В результате взрыва мгновенно погибло до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших от заболеваний, связанных со взрывом, оценивается 200 тысяч человек и более. Через 3 дня, 9 августа, американская атомная бомба мощностью эквивалентной 21 тысячи тонн тротила была сброшена на японский город Нагасаки. Люди и животные погибли почти мгновенно, на расстоянии до 1 километра от эпицентра. Почти все дома в радиусе 2 километров были разрушены, а возгорающиеся материалы воспламенялись на расстоянии до 3 километров от эпицентра. Количество погибших к концу 1945 года дошло до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших с учетом умерших от рака и других воздействий взрыва могло превысить 140 тысяч человек.